мы считаем очень перспективным включение медиативных и третейских оговорок в действующие договоры, контракты малого и среднего бизнеса, потому что это позволяет с эффективным небольшим бюджетом быстро урегулировать возникший в их работе спор. Очень рекомендуем. Образцы этих медиативных оговорок и третейских соглашений есть на наших сайтах. Наконец, следующее направление, которое помогает в синтезе медиации и арбитража, международного арбитража, рассмотреть международные коммерческие споры, что очень актуально в условиях глобализации, в условиях прозрачных границ, таможенного союза, активного совершения трансграничных сделок. И здесь традиционные способы урегулирования споров, к сожалению, совершенно не соответствуют вызовам времени, достаточно динамичным, требующим снижения операционных издержек бизнеса и учитывающим различные подходы законодателей в разных странах, постоянный процесс гармонизации законодательства.